Марсель, скажи, я тоже могу отозваться на имя Лола, если дело касается мяса. О, бежит, бежит Лолка. Лола, скорее иди сюда. Ее надо, наверное, охранять. Вот, Марсель. Ты понес Лоле кусок? Да, скажи, сейчас. Марсель, ешь. Да ешь, на Лову смотришь, она не будет у тебя отбирать. Фактически ради нее приехали. Чтобы она там поела. Отсюда не будем привлекать внимание, пусть они спокойно едят. То все увидят. В принципе, можете садиться сюда. Да, можно.